Пятеро молодых людей задержаны полицией по подозрению в совершении двух краж мобильных телефонов из специализированных магазинов. По версии следствия, подозреваемые проникали в магазины ночью, разбивая витрины. Обе кражи были совершены в городе Вадулы-Воды. В общей сложности похищены 23 телефона, стоимость которых оценивается в 200 тысяч леев. В результате обысков, проведенных по месту жительства задержанных, полицейские изъяли часть похищенного товара. Как уточняют правоохранители, возраст задержанных от 16 до 22 лет. В случае, если их вина будет признана судом, им грозит штраф до 67,5 тысяч леев, неоплачиваемые общественные работы в течение от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.